В честь созидателей в Воронежском концертном зале сегодня прошло торжественное собрание по случаю Дня строителя. Напомню, отмечать этот праздник Россия будет в воскресенье 13 августа. На торжество пригласили тех, кто по праву считается цветом строительной отрасли. Причем не только топ-менеджеров крупных компаний, но и тех, кто ежедневно в любую погоду, не покладая рук, лично трудится на стройках региона. Самые заслуженные получили от губернатора Александра Гусева награды, в том числе и федеральные, например, грамоты и благодарности Минстроя. Сейчас на воронежских стройплощадках и в профильных предприятиях работают 36 с лишним тысяч человек. Благодаря их труду город и область растут и хорошеют, подчеркнули выступавшие. Так, в прошлом году в нашем регионе был установлен рекорд по вводу жилья – 1 922 тысячи квадратных метров. В этом застройщики рассчитывают преодолеть отметку в 2 миллиона. Такие цифры – важный социальный индикатор. Он говорит о том, что в регионе хотят жить люди, подчеркивают представители отрасли. Однако только возведением все новых и новых жилых кварталов работа строителей ограничиваться не должна. Вашими руками создаются и все социальные объекты. Этот процесс основан на высокой ответственности и возможности видеть пятилетнюю перспективу. И нужно отметить, что наш регион одним из первых в стране увеличил вот такой временной шаг в планировании строительства соцобъектов. И мы перешли на пятилетний план планирования. Теперь жители города и области, подрядные организации могут раньше узнать, где появится школа, поликлиника или спортивный комплекс. Положительные эмоции, радостные, праздник, День строителя. Работа она широкая, много было всего, и садики, и школы, всякие дома, заводы.